повторители, да. Короче, этот. Меняем специализацию маленько нашего канала. Ну-ка, Серёг. Приехали смотреть вот такой трактор. Трактор Атама. Скат Атама. Платформа. Пневма переделана. Рама вроде целая. Мост, он говорит, перебирал, но это все. Эвакуатор зарегистрирован. Лебедка, по-моему, силовская стоит. Механическая с раздаткой. Мне больше рама интересна. Это давление. Маловато. Это воздух, да? Да. Вот, все скинул, да. Семь, семерки. Получается три света. Это мигалка, это против туманки, это фара задняя включается. Ага. Ну, так, затаскиваешь. Ага. Ночью, да? Ну так, пока, без разницы, вечером, ночью. Потеплением это... ящик, это ручник. На... Переделали вы, да? Да, на подушке переделали. Ящик здесь, а. Я уже показывал, а механика через раздатку. Отбить страховку, это вот у него отбить. А этот чалки или ничего есть, такого нет? Есть, есть, да? Вот ящик, там все есть. То есть, ну, чтобы там работать. А как к ней цеплял через переходник? Да, пальцы, да? Ну нет, там не пальцы, там крюк. А, хаба. Здорово. Понятно. Ну что скажешь? Прикольный, да? А сколько длина его? Короткий, да? За колесо 50, то есть изгиб вот это получается, да? Да? Ну, 3 метра нахуй есть, да? А трактор войдет? Да. 80-ка. Задом войдет, да. Ну, он газель возил. А газель ты таскал, как она стоит? Где примерно? Газель или Мерседес? Газель. Газель будет так стоять. Колеса. Спринтер, вот, упирается в это. То есть только-только встает, да? Ну, то есть где-то там плюс-минус там. Да, да.
Газель, ну, нормально заходит, а спринтер вот, ну, больше, вес большой. Ну, газель ты имеешь в виду трехметровый. А спринтер я имею в виду, стоит в маршрутке, который... Ну, маршрутки возил, да? Возил, да. Ты попробуй передачи-то. Ручник. Работать. Это все покажет в работе. Так, так, так. Лебедку спереди ставил? Да? А какую ж ты, блядь, 25-тонник? А кровать. Погоди, вот слышишь, вот этот стук, нет так? Как будто крутит. Вдуг, 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 вдуг. Вот что не слышу. Во-во. Вот прям, о, да? Ну что, жестковато? А попробуй тронуться и прокрути. Такая вот живая, не живая, все. Сейчас еще раз посмотрим. Что, не едет, Серег? От хлама, да? А, с передком даже. Передний, а не видишь, когда впереди стоит, а там как надо, не надо сейчас.